Да ты можешь не скидать, Саш, ты лучше оставь все эти прожимы, когда, допустим, будут две семечки висеть на мне, типа подряд, типа ты себе скинешь так и все. Зачем со спула это делать? Понимаю, просто я не всегда могу это сделать, мне нужно еще момент ждать, когда это скинуть. То есть иногда получается это на 500 так скинуть, иногда на Санек, 500 и ну да. И все. я, Саша, я тебе объясняю, вот может быть сейчас такой момент, на меня ебанет две семечки подряд, тебе надо будет танчить. А ты Ну сейчас хорошо. скинешь и там отдашь, и свои сейвы скинешь, типа, условно. Что тогда Здесь оставлю? Я просто, это как просто... прожимка, чтобы пережить урон, и все. Как прожимка пережить урон, а не Короче, скинуть сейчас что-то. я, ну, изучаю хуйню и все. Давай. Тьма, Точно тьма. надо на маской, флаской обмазаться, я буду зеленым. Я орк, я воняю Нет. зеленый жижей. Скажем так, я просто чуть доделаю своего ДКшника. Можно будет попробовать еще на следующий раз. Нам дадим два такая серьезные. Если нет, то нет. А я хочу просто его убить. Ну тогда, так погнали, так бить через Сячу два. сейчас. А я сделаю сячу сейчас по-другому. Так, Я... сопрос Масло, купил, масло, масло. масло хватает. Меткости мне хватает. 15. А без А, какого? хуй там. Меткости нет. Андрей, у меня есть еда на меткость. Когда спите не отдавал, он не взял. Тебе дать? Сейчас найду, я меткость не перевожу, сейчас я, блядь, на шмотку то. Короче, дайте, да, блядь? Не знаю, мне она не нужна. Где-то есть. А вы Жека, видели, хоть кому-нибудь хочешь? Ну, в списке друзей там появилось окошко призвать друга. Это было, это по рефералу, когда делаешь, это баг. Где есть этот медведь? Петя, сюда мы сейчас моего медведя, да? Мало, мало ли Андрей пригодится, я не знаю там, потому что... Силового только. Спасибо, спасибо, Жан. Давайте, пожалуйста, ребят, я очень прошу, давайте больше не будем идти спорить там. Вот один рейл, вот прям вот, блядь, все, вот идет, и его хочешь, блядь, бить, так бьем. Так. Да дело не в реле, в вашем, Не, типа, не, вот не, этих не. замечаниях. Вот, Я ну, ел так, без замечаний, я наверное, вообще, я уже устал идти, блядь, но такой гул стоит, блядь, вот на Дискорде, пиздец. Жека, снизь громкость, просто общую громкость снизь. Я Ребята, просто, это очень блядь, сильно помогает. это... Возьму наушники, блядь, себе с музыкой, буду их слушать, похуй, что говорят. О, погнали. Все. Бить. С бесами вроде как справляемся. С комнатами как бы тоже. Сейчас с метками будем справляться, и все станет хорошо. Первый раз закрыл сам, получается. Вот. Сейчас Влад говорит громко. Иногда, когда вы говорите, Влад вообще не... Я первый, Сацуна? Да, да, первый. Сацуна тут. Дядя, это Влада, да, нахуй. Ориентир, вот под ним стоит. Слакеры на шамана. На мне семечко. Сейчас 2 секунды семечко заберу. Метка Димона на мне. Димона. Я Питинов уничтожает кто-то. Да серьезно. Ну если. Сейчас, Лань, секунду. Все, сейчас мы прохильцы после, да, Лань. Прохильцы, 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 все, ножом. Я забираю, с чем-то заканчиваю. Здоровье метод, где он? Там по возможности забирай, когда у тебя не будет. Все, вообще, сейчас скоро заберу. Давай. Ты не забираешь босса? Я забрал. 10 стаков. Я тебя забрал. Так ты забирай таунты, еще кнопки жми. На мне 7. Благодарю. Уходить.
готов уходить. Кто всем поздоровал? После двами заходи. Да, да, да. Да все уже. Там я хочу не самое страшное, их можно убить. Там стоит. Просто что взорвалась семка. Все по 15. А, меньше прохилось. Ну, как бы, не знаю, просто меньше. То ли это второго танка тоже появился, то ли, не знаю. Масло, смотрите, уже упало. Что упало? Простите. Масло. У меня есть масло. Ну, скоро, короче, пройдет через... Давай я просто спекнусь в обычный спек, то у меня гранит не ранит. Секундочку, нужно, Влад, у меня масло есть. Один пак бесов, ты кидаешь на себя щиток, и ты можешь его убить даже с семкой. А вот второй уже не добиваешь. Ров, бери бутылку. Побил, отбежал. Забудь про туалет. Петя, откатывается под каждый пак. Че? Щит ДЦ откатывается под каждый пак. Это понятное дело. Но если второй пак взрываешь... Не откатывается там... под каждый пак щит, не надо. Не, почему? 15 секунд, да. Раз 15 секунд в мобу выползает. Ну, а бывает рандом такой, короче, да? Он с семечкой был, типа, и получается, у него висит дебал. Привет. А у меня просто 5% дополнительного урона я получаю из-за стойки бисерка, и это ощутимо. Ребят, у нас сейчас Рога бьет босса, или он стоит? Стоит. Не, сначала Рога может бить, потом отходит. Стоит изначально спецвойд, и это бойчик 100%. Я про то, что просто это Саша спекнул с когтями. Женька в БДКшку. Это так я просто озвучил. Все нормально. Так, все нормально. Ну ты сейчас еще Рога попробуй зайти, если Рогу закрывать, тогда, ну, типа, можно и оставить все как есть. Типа, бойт уже более-менее закрывает, типа. А у нас вообще есть. Сейчас перетыкается. Потом, короче, это, бойчик закрывает. Еще проверить, Рога закрывает или нет. Давайте пули. Ты Влади на замене. Ладно. Ну, мне уже скоро только уходить, поэтому он меня заменит. У него танк спек есть, если что. Да, мы сейчас все уже. Да, там новому человеку объяснять-то, ну. Легион зовет, да. Да чё, ваше тут был? Ничего здесь нет. 33-30 секунд. И шам не спакер. На мне семечка. Нет, сейчас так тупый. Пять стаков, Андрей. Войт метку. Отойдите от Войда, Женя. Да вы далеко стопаете, типа, ну, честно. Они войдет. Не шли. Они не шли, Андрю. А, ну, значит, Войда проблема. Ну, ничем, как скажу. Войда прокрылся, а чё он не фуловит стоит? Кстати, так он может забирать. Что, на дом не появилось, я успел? Да, успел. Ты крути, Бури, Бури, крути. Ужас, давай. Добавлюсь просто сами все. Уже когда в комнате буду. Да, да, да. 7-15, он будет у меня. ДБР. Тоже в комнате. Два хотел. 4-5, Андрей. Все забрал. РДД по безам стоять. Дальний без стоит. А уешка, больше уе заливать, и он дальний моб стоит там убить его. Только. Шлем.
Вера отбатилась. Добейте, просто добейте. Все, злобный бес в Венера на всякий случай. Войда просил. Забирай. Хорошо. Щеки метка. Ух, тяжко было. На роли метка, на бочке. Семка. Почему, блядь, по, вот нас бросает вот туда семечку? Почему вы такие везучие? Ухожу в медитацию. Спасибо тебе. 5 стаков. Мне нужно будет прожиматься, Андрей. Не прожмешься, у меня 5 секунд не заберут. Ну тебя ж не прошибает там или прошибает. Ну, все забрал. Да, в этом спит. РДД играйте по трэшу. Да? Почему дебанный босс там стоит? Ну? На войде опять. Забирай. Забирай, забирай. Типа семечка спала, можешь забирать вообще. Эти стаки спали. Можешь не ждать команды. Рогу просил, рог на пул, на роге метка. На мне семечка. Так, я войду жду. Просил, да? Рогу, рогу на фул, но че он не фуловый? Все, ты уже можешь уходить. Все, готов заходить. Ну, заходи. Можешь забирать, Андрей, когда можно. Сейчас уже не на радан. Ну, вроде бара нет, если еще боечек умер. Yes. Ну, вроде только пригвоздило. Женек, выходи с райда в луну. Второго убил, ну второго. Щемечка же пойдет. Вот, у нас не хватает просил, у нас, блядь, просто люди мрут в метках и все. Двенадцать восемьсот, у меня 23 что ли кафе, по 12 800 каст прилетает. Да это не твоя проблема, блядь, чё разоврю. Я прям вижу, как они стоят не фуловые, блядь, вот, не то, что там по 2-3 секунды, блядь, а по 5 секунд, нахуй, стоят не фуловые, по пол хп. Ну, потому что хапал тут проще. Ну, хз. Есть у кого дживс, кто поломался? Я ставил трипл назад. А, блядь, мне короче он. Блэкбери, ты тут? Слышишь меня? Да-да-да. Пожалуйста, помогай силить. Не чисто щитуй, блядь, и исповеди молитвы, а флешками хуярь, всем чем можешь хуярь. Ну, очень долго, ну типа... Женя там нихуя не придумаешь, он цепной хуярит и все. Этот, что ты, Женя, говорил? Тебе уходить тогда? Или что? Да. Ну, я думаю, блядь, ты можешь поднимать эти метки, блядь, один. Флешки. Один не поднимет он тоже, типа, надо поднимать вместе. Вам тут надо силить быстро, максимально быстро. Все, Женя, улетай тогда. Сейчас зайдем. И меня пойдите засумоньте тоже, починиться на сбег. И пошли. Да, внизу есть. Да. Есть? Кто? Ну, где? Рома закрыл, это хорошо. Войд, бля, закрывает. Воля пополам. Войчик закрывает. Все, вот это босс, типа, если закрываются три комнаты, все, босс убирает, нахуй, вообще, типа. Значит, мне в следующий раз, походу, и не надо. Что? Что в следующий раз? В благе не надо дрочиться, если они...
Бля, ну я не могу понять ваше возмущение. Да. Надо будет Блади, дрочу Блади. Не надо, ну, типа, не дрочи, типа. В чем проблема? Надо я в сове не хочу быть. Надо, чтобы был в райде, я в сове. Я иду в сове, бля. Заебали с вашими вот этими претензиями. Да почему претензии? Я сколько я еще ни разу. Я не знаю, но так прозвучало, Женя, что как будто заебали, типа, ну. Я бесполезен, стою, бью боссов в Блади, даже ни разу в метку. Ты не бесполезен, ты пойми, что ты не бесполезен. Вот бойчик, типа, вот как ситуация случилась кризисная. Бойт умер два раза, Берн нету. Мы добиваем босса, ты вышел, блядь, в Блади, стоишь, закрываешь комнату. Нет таких моментов бесполезных. То, что ты в Блади не сдаешь ДПС, это уже тебе надо притыкаться. Я не знаю, не смотрел за ДПС, он сейчас вообще не происходит совсем. Какой? Да нет, там третье место. Третье. Какой ужас, третье место. Третье. Да, тем более ты в Блади, блядь, даешь баф, даешь рейду. Ладно. Давай. По всем не давай. Все, присумонился, побежали. Бить. У меня два трая есть. Времени. Тебе больше до четырех, а сегодня до трех, да? Четырех? Так это четыре, у меня уже четыре. Почти же. Ну, 3:15. Тебя же на час. Ну, как ни крути, это полезное времяпроведение. Хотя бы люди посмотрели, я не знаю. Но бойчика я уже уверен. Бойди на 90%. Я не знаю, блядь. Шипе должен закрывать каждый вообще без проблем, нахуй. И Бойд, ты почему ты не можешь озвучить, что ты заходишь в комнату, нахуй? Ты каждый раз заходишь в тишину, блядь. Дайте Паше кто-нибудь сопрот. Паше сопрота нет. Либо не можешь говорить в чат, Али, нахуй, я не понимаю, типа. Паш, смотри, ты будешь бить в мини-зоне, на тебя будет вешаться семечко. Просто не надо, не надо, Паш, потом уж потом поделишься тоже. Не надо, убери деньги. Этот. Ну, окей, ну, будь... типа, предприму. Извини. Говори, извини, я сейчас. Может быть такой момент, что на тебя кинется метка демона, ты должен будешь максимально быстро выбежать из рейда, и потом будет как на смотрителе появляться окошко такое. Нужно будет нажать каст медитации и сказать, я ухожу в комнату, но не сразу уходить, чтобы тебя профилили. И уйти нужно будет после того, как залетит дуань, как там? Ну, метку мы видим, я тебя захиливаю, но после того, по тебе урон идет, по тебе идет каст. Ну, мне же нужно знать, как демоническая... именно коробку. Демоническая дуань, то есть проходит вот этот каст в тебя, ты нажимаешь, ты говоришь, я ухожу, тебя прокинули на фул, сразу нажимает каст медитации, и этот, там будет появляться бес. Возле беса будут появляться сферки такие, тебе нужно будет бегать их собирать и убить беса, там чисто ПВП будет с ним. Вот и все. И бить всегда ОЕшкой по боссу. Короче, я посмотрю, как ты будешь вечерний МРТ вот так выебываться, ну вот честно. Все, я посмотрю на тебя, вот честно. Как ты там будешь вот так же, блядь, сидеть и, блядь, что-то спаривать, ну. Давайте, ты понимаешь, что они, блядь, не читают твои мысли, когда ты заходишь в комнату. Они видят твой дебаф на тебе, что? Они же видят, когда у тебя медитация появляется, когда ты жмешь кнопку. Ты все, такой давай, пиздец иногда, странный человек, я ж не могу. Все, давайте, он там хотел, блядь, собирать статик третий, куда собирает и ходит и говорит. Пизды. Блять, сложно сделать макрос или что, я не понимаю. Зачем вот эти споры, блять? Это не должно быть каким-то одолжением. Ты должен помочь рейду, блять, помочь себе убить, нахуй, и блять, упростить задачу. Каким образом ты упрощаешь задачу? Блять, как дети маленькие, вот серьезно, нахуй, с каждым надо сюсюкаться. Паша, да, третий сейчас на метке? Нет. А Паша же вместо жизни. По меткам ничего не поменялось у нас. А, все, принял. Все, красавчик, да. Это, Паша, Берсу не сдавай с пула, держи, если мы тебе здесь до комнаты. Паша, я тебе с пула дам истерею. Лучше. Тут в основном просто ауе размахом бить и все. Урона должно еще больше быть в ауе. Федор тут-то? Петя. Петь.
Слушай, а вы когда слышали, какие здесь эти кушки поют в комнате? Кто? Санька, смотри, не запуй бота. Какой-то свист стоит в комнате. Короче, я еще на следующий трасс летаю быстро, переделал спектр, там очень много можно чего сделать лучше. Я думаю, я думаю, можешь сейчас прям бежать. Сейчас уже Петя придется. Нам бы лока, блядь, хорошего, постоянного, я не знаю, блядь, это пиздец какой-то. Сейчас Андрей докачает лока, погоди. Мне вчера ШП писал, он сказал, что он сегодня в час придет и поговорит, и опять не пришел, да, человек. Он хотел без вступления в гильдию. Все тут? Да, я здесь, конечно. Народ. Это, блин, просто постоянные люди, все. И убирать вот этих всех фаонов, кто не хочет рейдить постоянно. Семечка, не надо убегать, или зачем? Не, бей, спокойно бей, семечка, не надо. Пошли. Андрей, как можешь забирать. Так, сейчас смотрим. У нас 3 семечки на Сацуна семечки. У меня семечка 3 секунды заберу. Все забрал. На роге, если что. Нет, одного беса гриб не вынесу. Ну типа сами механику ты понял, блядь. Семка спала, стаки пропали, нахуй. Я ж её знал. Захожу. Просите Рову. Никнейм говорит. Зашел нахуй, в длань. Захожу. Кто заходит, блядь, я не знаю. Да, назвучил Рову. Смотри, Рок, у тебя появляется добав? У тебя ДБМ есть? Да. Вот, вставай, я смотрю, вставай. 8 секунд было до длани. Вставай. Ваня, доска. Рога, встаньте, Бердал. Сразу запросили его. Я сейчас подобрал. Окей. Вот медитация. Бойщик. Нет, хорошо. Просил Рейда. А чё это у нас ебануло? Злобный бес задолбил метку. Не, это я смотрел на ДБМ, у меня на ДБМе 8 секунд было до этой... Ну, до его АУЕшки. Не, так понимаешь, 8 секунд плюс каст твоей медитации, и он тебя въебал. Короче... Появляется семка, 19 секунд взрываются бесы, у меня... Останьтесь, уманите меня, пожалуйста. Смотри, дорогой, ты сейчас один в рейде, кричи просто дорогу прохил. Так будет проще, легко с этим гиком. Не так много времени. Давай потом. Тоже, я тоже ДК подделаю. Потом. А? Я уже улетел. Блять. Кого взять вместо Сани, я даже не знаю. Да них некого на радужку. Гол хелба есть. Типа, я могу дать у него есть проходка, и у него есть КД уже. Я могу кому-нибудь аккаунт свой дать. Не проблема. Какая разница, человек же заново придется объяснять. Да тут не сложно объяснять. Объяснить будет только нужно выбирать босса и все. Это, Саш, я не знаю, что обстоит. Там у Ромки есть макрос. Набор агра. Вот. Не поленись, напиши ему. Да какой там макрос набор агра, вы что, ёбнулись там? ЛП с руником, ЛП. Да, все. Там просто нажал, блядь, он тебе сам все блядь, пробил, нахуй. Смотри, Жень, у меня нет 4-4, это первый момент. Второй момент, здесь у меня сейчас нет проблемы. 4-4, Саша, вот ДК и так держит агру без Т4. Смотри, у меня сейчас нет проблем с набором агра. У меня были, когда я в другом спеке был, который сделан на соло танк Вани. Тебе Сумон пришел же, да? Да. Я успею.
меня этот. Сейчас нет проблем с игром. Я спокойно забираю. Там проблема из-за того, что ТВП-шка слабо дамажит. Очень тяжело. Сейчас быстро скилл раскидаю. Я просто сделаю к следующему КД, еще раз попробую сделать. Ну, то есть первый раз скинуть стаки не проблема. Второй раз начинается проблема из-за того, что на меня 8 стаков примерно. И он мне чуть-чуть больше, чем половину ХП сносит и сбивает щит из-за этого. Ну, то есть у меня пропадает антимагнический панцирь. Если он не пропадал бы, то я бы просто сам тупо скидывал бы по КД стаки и все. Ладно. Соло не танчил. Сейчас заводим. Хава рыбу. Пока не пропало. Я прям чувствую, что сейчас трай будет очень хороший. Докачаю просто профы. Станет, во-первых, профу. Станет больше ХП. И да. Т4 доберу да. Кусок. Да. Кажется, Женька, все. Это важно. Т4, блядь, для ДК это прям. Да. Поставил всех и вижу. Бежал с Анда Югера. А, Войд, Газузу у себя убери. Тогда не будешь на себе бесов держать. Трех-четыре стака, может быть, да? Если можно. Объять вампира. Ты именно себе бесов держишь. Это забрал. Переглядывается. Метка на метку. Не, еб... Добрал, босс. Ага. На ком семка была из танков? Прохильте мага, прохильте. 4 стака. Все, ну, нужно прохиливать. Добить пока не пёзнул. Добить пока не пёзнул. Забирает, Андрей? Метка демона, что нужно делать дальше? Вынеси. Блядь, я сука еще на микрофон говорю, ёбаный... Толбоёв нахуй. Там все можно падать. Да, падать. Это я озвучивал, но, блядь, я проебался. Включу микрофон, умолю, ору, блядь, еблан нахуй. Еще кого-нибудь отхуйцу, если он, наверное, да? Я закрыл. Да я кричал, Паша, выйди, а потом он сказал, что сделать метка демона, я посмотрел на микрофон нахуй. Паш, метка демона вешается, мгновенно сразу же убегаешь с рейда. И вот звёздка, как я тебе сказал, пока летит Белани, вот это, после того, как летает, говорит, я выхожу, тебя прохиливают, звёздка прохилили, и сразу. Я не могу понять, какого хуя, у нас нету семечки, короче, на Войде, блядь, и на Роге, а метка бросается, блядь, в Пашу, что за пиздец, на? Это, ребят, слушайте, я просто предложите, может, попробуем как раньше? Так какая нет. Разница, Жень? Ну, не знаю. Какая разница вообще? Так это то же самое. В смысле, что раньше? Не, по расположению. А не значит, это похер, Жень, это похер. Да вообще не решает, типа, похер вот одной точки. Один маленький момент. Танки, вы тоже там не можете. Если на вас семечко отодвигайтесь чуть-чуть от бесов. Не всегда получается до вас не допускать их. Ну, на мне семечки вообще ни разу не было за вообще трай. Ну, это вообще просто такое пожелание небольшое. Ну, окей. Не вопрос. Так. Ой, я нечаянно нет нажал. Меня когда? Ты готов, Блэкбори? Я готов. Я на себя истерию закинул. Сука!
Рыва, может, включила? Нет. Тебя напулили. Забрал. А. Да? Напулили тебя? Не знаю. Нет, вы где-то пор написано. Может, Саня под этой, под красный? Нет. Под зелен. Под зеленый? Под синий, под синий. Больше, блин. Ну мы застрелемся сейчас без потрашу больше райта. Барка за минуту. РД потрошил, если. Забирай, Андрей, если есть. Бот. Не забрал. Войдан, поделитесь сразу. Семка добивает. Семкой бесов вплотную не добивать. А, пиздец. Злобный уже все занимался. Не моя. Паша, на тебе семка была? Да при чем тут Паша, блядь? Такого вообще не должно происходить, ну. У нас страши не было, блядь, семка взрывается, вы что, прикалываетесь? В смысле, бесы были? Так я вижу бесов, ну типа он один пак, и что, дохуя бесов или что? Ну потому что предыдущий пак, когда стоишь в них, он взрывается как раз на взрыв в семке. Если на Паше была семка, а он добивал этот пак, она могла взорваться на бесов. Там два раза считается, я хуй его знаю. Щиты не панацея. Меня тоже просаживает до 5% хп. Хотя вроде как считывается. Там просто если еще урон проходит, кроме семки, то щит очень быстро спадает. Потому что бесы скинулись по одному харчку, пробили щит, и потом бесы сдохли, и ты на фул хп взрыв. Ну, и на тебе висит ослабленная душа, и ну, пока да, я накину еще один щит, семечка все равно штикает, и нормально так. Ты можешь мне не объяснять, я тут за ДЦ, мы, типа, играю. Я тут, ну, за ДЦ хожу вечерним РТ, фул кару закрываю. У вас там обожратый РПАЛ, который одной бурей убивает бесов, по-любому. Какие обожратые? Там обожратый рога, ну, типа, дамаг, который там сильно, блядь. Андрю, ну семечко взорвалось, просто семечко взорвалось. Окей, давайте добавим еще одну механику. Блять, смотрите, это как бьется без ДЦ. Словно, добавляйте все в целом ВНВ каур себе семечку порчи. Добавляйте еще, короче, на всякий случай метку демона, чтобы вообще, блять, были максимум скилловые. Если у вас этих аддонов нету, вы понимаете, кто вы, короче. Вы добавляете вот эти все дебафы себе, смотрите, если на вас проклят... Если у вас прокает семечко, соответственно, вы бьете бесов, и у вас должен либо контр-В включены быть фреймы типа бесов, либо же быть, короче, как проще вам сказать, либо другие фреймы, то бишь вы должны видеть КП бесов. Соответственно, остается, блядь, у бесов там 5% хп, если у вас семечко, вы отходите от бесов, чтобы они взорвались, типа вы не взорвали семечку. Вот такая дополнительная вам механика. Как отходить условно, блядь, мы... Моделируйте ситуацию. Я, блядь, вот, и, короче, пачка бесов. Вы его здесь бьете, отходить надо вот на такое расстояние примерно от беса, вот. Вот с этой хуйни, где Петер стоит, надо отойти вот где-то сюда, короче, чтобы бесы вас не тронули, блядь. Гэнни, иди ешь рыбу и погнали. Ой, ты три дня подряд по 4 часа не бил оперу, ты посмотрел, сколько там трупов, блядь. Войт, убери объятие вампира, пожалуйста. Побьешь. Опера, блядь, еще интереснее. Ну что, гуляем? С ветерками, да, там весело. Так, Барбари семечка, хорошо. На мне семечка, если чё. Прожмусь, если что. Меньше пилить бывает. Короче, как сможешь будет играть. Будет семечка. Либо бойчик, либо рога будет у нас метка.
Бой. Ты как сможешь, забирай. Бой нашел. Смотрим, Войт Спирит без саппорта нахуй. Снимаю. Так, жду длань. Сейчас меня обратно. Короче, это Сацун, выйди пока в крест. Похиливать. Не успели. Не успели. Падай. Сацун, отходи в мили-зоне. Иди бей. Да все, падайте. Окей. Вот у тебя сопрот спал только что, или ты его не пил вообще, типа? Полчаса назад. Крайний. Должен быть сопрот. Не, он вначале пил 100%, наверное, спал во время, правильно. Ну, на БКшном полчаса осталось, значит, полчаса назад заканчивался предыдущий часовой. Когда я чекал, он на нем был сопрот. Ну все, вот полчаса и еще час-полтора часа как раз. Короче, это, Блэкбери, ты тут пей СПД банку, если есть, типа, тут тебе сопрот особо не поможет, ну. Ты стоишь все равно, блядь, у стены, там тебя нихуя не вешается. Если может быть получится. Чуть духами обмазаться могли бы нахуй. Легко. Ну у нас сейчас очевидная проблема, это в захиле. Ну Войт там типа окей, был бы сопрот, может у него было бы чуть побольше хп после длани, но кто это знает. У нас просто люди умирают на метках, такого не должно быть. Ну, понятное дело, что выбираю цель. Что, погнали? Чуть-чуть. Или ты думаешь, что сил будет отслеживать в этот длань сейчас себе тут? Че, хилка вот нахуй пошлет. Десяточка. 30 секунд, Мира. Не знаю, куда давать там говорить. Ну, наставляю уже на крайней ситуации. Как сможешь, забирай, Андрей. Я уже танчу. Ага, вижу. Войд. У нас подмет. Забрал босс. Окей, на несемечко. Ну как спадает семечко, может забирать. Угу. Похилите воина быстрее. Забрал босс. Зашел в голову, хорошо. Фиг из рейда.
Сейчас у нас один милик ушел, смотрите, будет бес появляться, больше уешьте мелизону. РДшники. Кстати, вас. Рога, ты не уешь раньше времени, пожалуйста, тоже. Ну бей, 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 Рога, Рога, своего бей, стоишь рядом. На мне это семечко. Забей. Ухожу, ухожу в медитацию. Сейчас, погоди, погоди. Проходил, проходил, проходил. Проходи, все, проходил, ходи. Войд опять, темка. Как сможешь, забирай. У тебя семка. Забирай, брат. Тебе семка, Андрей. Забери, забери, забрал. Ну ты же там. Забрал, 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 забрал. И на мне семка, еба. Я прожмусь, прожмусь по максимуму. Что за пиздец, нахуй? Забирай, когда сможешь. На один стак. Забрал. Нет. Все, на мне семка пропала. О, взорвалась. Геру дай, по злобным бесам сарайте сразу. Ничего страшного нету, просто по злобным бесам сарайте и пиздец. Эмерка у нас на роге. Есть возможность забрать? Да, еще один злобный бес остался. Семечко на меня, семечко забери обратно. Блять, на мне 10 стаков. Похильте меня сильно. Прожимайся. Дал зубы. Дай зубы погоди топор. Хорошо. Рогу просите, рогу просите на пол. После касса зайду. Да-да-да. Войда кастует, можно забирать. Забрал. Андрей, возможно, они на роде где-нибудь. После, как заберет Саша. Сейчас соберу. Забрал босс. Отдал Инер. Спросите Войда. Войда, просите, сейчас будет класс. Хорошо. Андрей, как сможешь, заберешь, пачка отдай тоже по Жене Инер, как сможешь. Забери босса, забери, блядь. Я отправлял таунт, сказал, блядь, заберешь, я отправлял. Забрал, 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 забрал. Как сможешь, заберешь. Давай, Павлик, кидай. Сейчас забрал. Войд вышел, хорош. Рогу поднимите, рога не в холоду, там стоит у вас. Бочка на холоду. Закинь Инер, по Жене. Я Пошу. Уже давал Инер. По Пашу говорю, Пашу говорю. На зимном ману закастуй, Войд. Пока стоишь тут. Хорошо. На нахуй, Войда убила, блядь. Сейчас дам БР, короче. Забираю сразу босса. Отходи, отходи. Баш, дай баф лапу ему. Темечка на мне забрал, хорош. Я 3 секунды заберу босс. Войд, Войд опять. Вы Войда ребафнули обязательно? Да. Заканчиваю босса. Надо Жене по мане что-то дать. Блэкберри, там закастуй гимн, наверное. Сейчас дам. Жен, ты там вот сколько, да? Забрал босса. Уже отдавал. Запросите Войда, Войда на фул, на фул. Ну, ушел опять, ничего не сказал. Должен выжить. Он пишет чат, там будет постоянно. Рога метка. Забрал босса. Рога метка. Да, жду Войда. Инер 40 секунд у меня. Или я заливаю его сразу. Паш, скажи, как куда он сразу по Жене закинет? Он на 2 минуты. На мне, семка, Андрей. Через 20 секунд заберу босс. Окей. Я тебе ладхил закинул. Паша, дай БР по Войду. Рога захожу. Рога на пул? Урока кастует лайн. А, успел зайти. Пацаны вышел. Пацаны вышел. Забрал босс. Вышел, вышел. Не-не-не, я говорю, что... 10 секунд. Все, я без мана. Сейчас Андрей зальет тебя. Андрей, как сможешь, забирай.
Сердцу на бабу там сразу жмешь. Ну тут бесы, блядь, наводят. Нет, пиздец. Вот это тучка. Тучка ману регенила и бесы на нем стоят. Да вы, а у тебя бесы что там стоят? Еще раз говорю, он прожал тучку, тучка ману регенит, так регенерит, бесы остались на нем. Я добил, все. Наверное, всех, я добил, все в порядке. Ну и я подписка. Да все падает. Сделаем то, чтобы привезти там офис на две метки. Там проблема? Пожалуйста, когда кастуется длань, ты ж там, бля, Войд всех учил, что там все видно. Пожалуйста, не предпринимай никакие, блядь, там вот эти АУЕшные касты, силки из тебя, ничего вот этого, блядь. Ты ж видишь, кого кастуется цель? Так зим на ману ты кастовал и умер, это не то, не то. Не пиздец сейчас. Дрюх, нужно еще будет... Паш, ты тоже, кстати. Женя там чуть просел по мане. Закидывай ему иннер сразу, чтобы он в КД уходил. Это сейчас тебе не предъява, а совет. То, что, короче, кастуют, въебашь свою тучку, блядь, и все полезные какие-то нужные тебе касты, которые могут заринуть этот трэш, после длани, пожалуйста, окей? Вот здесь поставил бан. Или надо как Кирилл подать, ебаный пидорас, ты что, не можешь подумать своими мозгами или что? Вой, вставай давай быстрее. И короче, смотрите, если такая ситуация, тоже включайте молди. Если у Войда остался трэш, милики туда не идете вы. Это пускай ебашит РДДшники. Два РДДшника только. Ну а чё, в чем проблема? Пускай хуярит нахуй. Нормально, у меня много я урона. Очень только много. Вот когда длань кастуется, соответственно, вы стопаете урон. Чтобы следующих бесов вы там не застопали снова там в барбезоне. Это да, это я заложил. Тоже. Но я их убил по итогу. Рыбку Войти погнали сразу. Войти еще не добежал. Вместе с пятой. Но уже 50% хп сняли, да, если не ошибаюсь. Ну, больше 11 миллионов было, что-то такое смотрел. МК ему дал, будет чуть-чуть. Когда? Больше. Когда уйдет сильный прохил, я тоже по мане. Все. Че здесь? Ну это логично, конечно. Я пиздец. Я думаю здесь. Я знаю, да, что может нормально помочь. Я знаю, что может помочь. Ночной эльф. Короче, просто у него садится по мане. Первый пат, что ты закидывай иннер. Я буду говорить тебе. Потом, Андрюха, ты. У тебя не всегда будет получаться закидывать. У вас в КД постоянный иннер был. У обоих. Зайдите все в комнату. Подожди, не пуляй опять, забеги. Хорошо. Давай еще раз. Давай. Зато никто припоты не пьет. Ну да, ладно. Ну окей. Ну да, справедливо. За это он сидит. Что такое? Что с огромным МП? Я вообще не бил на ней симку. Смотри, ДЦ, ты сейчас просто тупо... Да, схемочка бей, сейчас. Войда. Свои исповеди, зачем? Я одну плюху получил. Добейте. Да, бойчика бросается сейчас схемочка, будет хуя, а у нас бойчика немножко отлично, нормально. Мага, метка, мага. Опять вампира, опять буду стопать беса. Забери босса, забери. Бля, бой спрячусь нахуй. Ну, я тоже подумал, у тебя схемка была, ты забрал босса. Я не забирал, я его танчу нахуй. Жду длань. Не, я его танчу. Забирать, ладно, когда будет, может. Семечка на меня кинь. Захожу. Мага. На пол поднимись. Хорошо. Окей, я прогнусь, Андрей, тогда. Вынес. 10 секунд, если выбежал, хорошо. Ну я прогнусь, я уже, пожалуйста.
Я не понимаю, почему сейчас на воде нету семечки, на роге есть семечка, блядь. Почему бросается на петь, заебало на. А давай до воида в мили-зону, пускай там сушением херачит босс. Забрал босс. Нет, на мне семка. Я танчу. Заходите, на фул хожу. Водя на фул тоже, чтобы тебя не добил. Вот. Закрыл в прохиле тебя мага. Добро, босс. Я понял. Ты это очень много-много уверхилишь. Женьке Инер просил. Войда, Войда, поднимите, он не фуловый, хорошо. И никак сможешь, Андрюха, закинь Женя. Войда на фул, а он зашел, все. И с меня заберешь, как сможешь, босса. Сосуна вышел. Че за хуйня, блядь? Паш, свечнись, стараешь, пожалуйста, побольше. А, да, ты так. Паш, когда будешь уходить, говори. Хорошо. Я с кем-то заберу, как смогу, Андрей. Прохил? Полный, пошел. Все. Забрал босса. Угу. Метка маг. Хорошо. Андрей, Андрей, надо иннер по Жене, чтоб у тебя в КД уходил. Закинь его. У меня семка. Добивать бесов не смогу. Да Петя бей, блядь, я не понимаю, такое не должно быть, ты один пак. У меня 5% сверху урона. Я все-таки бесил. Я себе урон пошел, потому такой. Здесь, когда Андрей, когда сможешь, забирай, босс. Ой, я, кстати, без бабла закрыл. Сразу хожу, там поебать можно. Эй, там. Закрыл. Сосуны. Забрал босса, Андрей, ты больше ОЕ даешь, иди бей. Как сможешь забирать. Добей, добей, добей. Добей его, правосудие. Все. Семка 16 секунд. Почему бросается на Сацуну? У меня жопа горит от этого нахуй. Чё за рюкзак? Нас... Хожу уже не прохил. Паша, как сразу заткать иннер... Откатится? Бабл, да, прожми там. А мне говно. Через 5 секунд Андрей заберу. Бот. Забрал босса. Иди бей трэш опять. Да, больше урона. Войд без злом взорвался. Ну, зеру дай, зеру дай, зеру дай. Войдер на фул, на Войда на фул подними на ход. Зомный беса быстрее убивайте. Метка маг. Эй, как сможешь забрать, заберешь босса. Чё, вышли? Не. Еще. Не, Андрюха, все, все окей, я не могу понять, почему бросается. Нет. Да, Войд, ты уход в тень жмешь или нет? Нет. Если жмешь. Или ты про. А? А, все, извини. Я не про это уход в тень, я думал. Я не понимаю, почему у нас выйдется одна метка, бля. Андрюх, да по, я... Андрюх, Порчи, я... Слышишь? Что? На X3 такая же тема была. Кидалась по двум боковым, а центрального не кидала вообще практически никогда. А есть джипс у кого? Есть. А... Может быть, расстояние убегают на такое же примерно, как к центральному, и вот кидает, поэтому... Ну, то есть, когда убегают бить левый трэш или правый, расстояние больше становится. Ты понимаешь, у нас сейчас, окей, семка висит на Войде, на роге. Ну, на бойчике нету говорю, семки. Смотри. На бойчике нету семки. А, на бойчике нету. Ну, тогда вы ладно. Ж, блядь, смотри, ну, я, блядь, просто,
Я же смотрю, я вот сейчас смотрю, пожалуйста, комплимент, это один из примеров. Ну, так смотри, может быть такая ситуация происходит, что когда Санька либо Петя убегают бить трэш чуть вправо или лево, расстояние больше становится, чем до центра. То есть центральную метку, может, давай попробуем чуть дальше оставить. Да, кстати, как вариант, да. Вот. И вообще, может, метки чуть-чуть буквально назад двинуть, туда, где-то к центру, и мне кажется, будет нормально. Нет, тогда бесы будут останавливаться вообще за километр. Ну, хотя да, тоже как варик. Хотя тогда они в РДД-зону не будут убегать, тоже интересная идея. Может, давай реально попробуем чуть-чуть ближе туда, к центру. Ну, нет, в принципе, похер. Нет, нормально, мы не так, все, трай. Да, давай. Отладить механизм, готово. Ну, мне кажется, что просто когда вы отбегаете бить трэш, у вас расстояние больше становится, чем в центральной метке, и все. Мы не намного убираем от босса. Это кажется. Ох, хрен. Я так понял. На X3 такая же шляпа была. В центрального практически никогда не кидалась метка. Да, ну, по-другому... По-другому я, честно, не знаю, как объяснить. Да не как, просто бьем и все. Все получается, главное... Ну да. Не знаю. Я забрал. Я буду стараться, Андрей, по максимуму всегда сам танчить. Ну, тут так выбирать. Ты больше урона даешь, Вове. Так ему все равно, он агро на нем, не на нем он дает. Это так. Ну, в принципе, да. Как сможешь, забирай. Скоро заберу босса. Забрал босса. Вот метка. Жень, сейчас меньше урона прилетает? Спасите, Войда. Ну да. Гораздо меньше. Сможешь, Андрюха, забить? Как сможешь, Андрюха, забить? Вроде метка. Паша, злей нарко, Женя. Не надо, я тотем отдал. На меня, а, на меня, это семечко. Ровно проходите. Прожался тогда. Как сможешь, короче, забирай. Угу. 8 стаков, потому что... Ну, и танчится. Жду касс. Захожу. На фильтр. Я меня просил, можно чуть-чуть? Петя, ладно. Хотя вот бежать успел бы. Быстро лопнули. Заберу босса, дай БР слезть. Я нам БР, но, блядь, ты какой-то пиздец. А, уже два инера отдали. Метка не могла нанять. Как будешь, сможешь, Андрюха заберет. Алшот умер. Войда БР. Паш, БР не Войда. Забава не сразу. Андрей, не смогу забрать еще 19 секунд. До следующего длани захожу. На кого-то из меликов, нет? Можно крайне ману восстановить. Какой-нибудь приз надо, чтобы гимн записал. У нас две метки. Забрал босса. Да падайте. Бойчик умер. Короче, убиваемый вообще капец, как убиваемый. Да никак мы его не убиваем, да. В принципе... Можно просто на бесах мелики, чтобы подбегали там на 50% от бесов,
чтоб урон не прилетал. Дождик доливает спокойно, маговский, и ШП добивают. Типа я просто, ну, отбиваю, намного меньше урона прилетает. Ну, смотри, я, получается, подошел, там два моба, до которых мы не дотягивались. Я им даю вихрь, они все вместе скидываются в меня, и два взрываются, добивают. И просто скинулись мне пульками. Женька, слышишь, и не отдавай сразу тотем, пусть ребята иннер потратят вначале, а ты там потом, когда надо, сам себе тотем поставишь. Когда иннеры, когда будут. У них просто иннеры, когда... Тотем профит не отдавать. Ну, у меня тотем, он 3 минуты, 5. У них там 2. Я отдаю тотем, я могу заводить 2 раза тотем, чем один раз. Если первый ставлю. Ну, давай так тогда. Потом... Второе, ТЦ, смотри, прохиленная метка мной. Ты, блядь, кидаешь в него исповедь, кидаешь. Ну зачем? Потому так, что он... я кидаю в нее исповедь, когда у него еще лоу хп. И пока он тики проходит, ты ее тоже успеваешь отхилить. Вот нет, тебе и все. Нет, я тебе говорю, я сейчас видел, я прохилил метку, она полная. В этой метке исповедь, для чего, непонятно. Так. Ну, Жень, это среагировать, ну, типа, человек тоже собирался его хилить, и за полсекунды не среагировать. На всех хрень флешки кидайте, да и все. Нужно больше флешек. Тут не в этом проблема. Я думаю, следующее копыто я упрощу. Еще натыкаюсь немножко. Андрюха на ретрика зайдет, и мы его просто убьем. Я думал, ты хочешь поговорить с гумами, чтобы они ему срезали хп. Я его упрощу, буду бить в одном. Я его прощу. Не, ну больше урона станет у Андрюхи в ауге. Просто беса будет убивать. Нет проблемы в уроне. Бес умирает. Все в порядке. Все, все готовы? Сань, все, на работу не пора? Да нужно забил уже. Я немножко сделал так, чтобы позже было. Он сказал, я приболел, и все. Как в школе сидел. Вот отличный собрат есть? У меня нет, все, у меня закончился бою. Есть. Я выпил. Сейчас я делю. Можешь подбежать, петь как сможешь. Андрей, как сможешь, заберет босс. Толпа, ты игрок. Рога нет. Забрал босса. После каста захожу. Захожу. Заберешь, Андрей, как смотрит. Димон на маге. А вы чё, пацаны, куда собрались? Выбрал босс. Прохиливать ухожу, маг. Все, порядочно. Ну, Андрей, Семка. Сейчас заберу босса. Я отдашь сразу иннер, Андрей, по Жене. Больше уе заливать и долго лес упал. Ухожу. Андрюха, залей иннер по Жене. Необходимо на маге. Я вернул. Ну не Семка, забери босса, ага. На бочке Семечка, хорошо.
Жень, ты уже там ставила? Да. Третья похуёва. Нужно что-то помоги ему сделать, Женя. Друзья, сдохнем. Семка, забери. Злобный газ. Боже. Не справился? Жду два. Нет. Я не виноват, где выбрать, а я рыбал. Долго веса убивает. Все, прохилите мага, мага на фул, мага на фул. Можешь три босса добрать, заберешь. С божьей помощью буду убивать. Там на роге метка. Типа, сейчас заразили. Я, наверное, уже стрелял. Где меня должен... Убили. Сань, когда диван? По Андрею или по Андрею? Бывает. Или по Паше? А, вот да, не да. Ну, честно. Не один. Короче, вот это последний драйв. В принципе, бесов может один милик заливать на ухо. Типа мы с Пашей отбегаем, Петя их заливает. Короче, скажу прямо, типа, как я сейчас. Не доигрывай, час дается. Не знаю, что там. Смотри, ну, скажу, как есть тоже. Я тут 90% случаев все силы перехиливаю. Ну, абсорб, соответственно, и сил. Типа, ты даже не можешь Женю догнать. Плюс моменты, короче, не знаю, вот сейчас Войд, я не знаю, как посмотреть. Ну, Войда надо было щитануть, он, блядь, просто умер. Там сейчас не Войда проблема была, а именно проблема силы, в первую очередь, ДЦ. Ну я не знаю, как тебе подсобить, смотри, как я хилю, короче. Семка, и, конечно, соответственно, приоритете ты щитуешь, 100%. Но если видишь критический урон, типа, условно, там, вот сейчас Войд просел, блядь, скажем, просел до 10% хп. Спасти только ты его можешь в этот момент, все, больше никто. Там, не знаю, если Женя кастует цепную, типа, и не факт, что он среагирует, скинуть туда быстрину, ты только успеешь туда закинуть щит. Типа, с учетом, типа, РКД, все. Жень, фласка закончился уже. Да, ребят, есть какой-то вопрос? Я тебе сейчас ГБ... А, можешь 100 ГБ поставить, если нет вопроса, мой, твоим удачам? Короче, ну, типа, я не знаю, ну, как ты играешь, просто я вот, я считаю два раза семечку, 100%, считаю критовый урон, все остальное время, типа, эфир флешками, по настолу сбрасываю соплю, исповедь держу только на критический урон, просто так исповедь не сбрасываю, типа, тоже. Типа на 30% хп урона я исповедь не бросаю. Ну, типа, того, кто либо просил, либо надо человека отправить в комнату. Ну, типа, лично я проверяю. Либо если рейд посаживается, типа, ну именно миллизона, типа и рейд. Да и сдаю исповедь себя, чтобы типа АУЕ прохилить. Ты H4, ты H4. Ну я не знаю, как подсобить еще, типа. Все приходит с опытом. Ну да, типа, я не говорю, что я там топовый ДЦ и там и лучший игрок в мире, типа я вагон еще то бывает тоже. Но я тут 90% случаев пересиливаю силу. Давайте трай. Трай. И погнали. Да нам надо убрать вот эти рандомные шоты, все, мы можем убить босса. Сейчас уберем. Ну конечно, три метки подряд это жестковато немножко. Женя тут? Дайте мне три метки подряд, я разъебу их все три подряд на автоатаках. Ну, фото как каждый может, а вот шутка стола. Да не веди ты его дальше луны трусов, Саша.
Все, я думал, наоборот, все царя. Ну, танчик, я заберу, как ты скажет. Бочек, семечка, хуёво. У меня семка тоже. Поэтому не заберу пока. Сейчас заберу босса. Да. Забрал. Вот. Нет. Сможешь там заход забирать. Просите войны, там будет плохо. Река на роде. Я пока не смогу забрать. После касса захожу. Прохил. Рогу прохил. Дрипни беса. Дальнего колбойчика. А уже не гри. Димон на маме. Ты забрал? Да, да, да. Если на меня схемку не повесить, забыл. Паша, дай Виннер уже по жене. Если еще знаешь, куда когда ушли. Я забрал. Ты там тоже смотри по Виннеру, когда надо отдашь. Отбежать, чуть-чуть. Кто еще раз? Рогу просил. Я уже ему отдал Виннер тоже. Сейчас... Децептник начал, то по мане тоже подскажется. Но у него там есть много восстановить чем. Андрей, как сможешь, заберешь. Пожалуйста. Прохился от сумма. Забрал. Просил рейд, иди на хп сдай. Сложил. Надо сделать дальше. А, ну, сейчас метку поменяли, по-моему, меньше на вас Сацуну кидали. И Петя, или кидали все равно. Да, он сейчас тоже был, кидал на Сацуну, типа. Не должно пробовать. Рандом такой рандом. Че, на этом все? Еще? Давай еще. Давай еще один брать. Маны нет, опять же. Давай. Ну, короче, убить мы можем. Убить мы можем, это точно. Саська, смотри, как тебе это тоже было проще, и как такое очень исключая ситуацию для тебя не произошло. Допустим, если бесы с этой, с этой стороны стоят, ты просто перебегай по стенке в другую сторону. А если бесы слева, то вправо. Все. Будет меньше урона получать, меньше хилить будет. Нужно. Вон, допустим, бес с правой стороны, ты влево перебежал. С левой стороны в босс. У меня рыбы больше нет, Андрей. Ага, я понял вас. Зайдите все туда. Так, вот, трусы поставил. Нормально?
Да. Вот спирит метка, не метка, семка, сосуда семка. Вернули, что ли? Там как сможешь добирай. Бочка. Погоню уже можно один. Или он потом поставит. Паша, сдавай Игнер уже поставил. А уже поставил следующий. Да. Так ты тотем, ладно. Сейчас еще жду два не заходили. Все, захожу, мага. Метка на роль. Мне семечка, а зверя обратно бьется. Убрал. Прожмусь, если стал. Не, позже. Забрал босс. О, на мне метка. Жду каста, захожу, рога. Заходи. Больше у нее потом что давайте на второй трех стороне. Забери босса. Хорошо. Сможешь забирать. 10 секунд заберу босса. Окей, прогнулся. Забрал босса, зачем обратно отправляется? А, не, я думал, он чайник. Да, у меня 5 сервис потянуло, ну, пиздец. Я заберу. Прожмусь. Так заберешь какой-то смог. Надо уже хуйтан нездоровый. Женя, надо ману залить. И потом, когда я заберу Андрей. 14 секунд. Через 5 секунд заберу. Прохиливайте, скажу. Забрал. На воде метка. Бойда летит, два. Забрал босса. Семка заберу через 16 секунд. Два тона. Пождай, Барим. Вышел. Короче, за два пакета. Ну, видишь, умираешь, отдай же выбу. Брал вас. Петю просил, Петю просил. Беса больше урон. Ауешьте, ну нахуй, блядь, точишь, нахуй не бить, ауешьте. Хилам это все просили, блядь, босс идет. Пойдем. Да, давай. Бля, короче, еще раз напомню, босс, это чисто АУЕ, тупо АУЕ, точечно бить не надо,
типа, если бесов нету, типа, тогда можете точно побить. Все остальное время вы бьете УЕ. Чем меньше, чем быстрее падают бесы, тем меньше хили силам. Тем меньше они тратят ману. Тем меньше шанс, что, блядь, взорвется семечко, нахуй. Больше шанс, что они потратят время на просил меток. Все, блядь, взаимосвязано, я не понимаю. Мы можем убить этого босса, у нас всего хватает. Комнаты закрываются, блядь. Надо, чтобы Джипса кто-нибудь поставил. Просто сидь и бей, нахуй, все. Я ставил 20 минут назад. Да, блин. Так, кто на метке умирает чаще всего? На метке никто, в комнате. Ну, в комнате. Понятно. Ну, через раз умирает Войд. То убивает, то не убивает. Идите меня, сумп лес. Давай я стану на комнату, а вы пускай босса бьет. И я уешет трэш. Он как раз будет находиться на ранже и будет добивать трэш. Она комнате постоит, зато закрывает. Чем черт не шутит, давай попробуем. Плюс он сам себя будет прохиливать, то есть это... И пати будет захиливать. Вы да, давай перекинем тебя в другую пати. В другую пати вместо Войда. Он нас хилит. Я с бесом справляюсь вообще просто на ура. Просто никаких проблем нету. Я комнату буду закрывать по КД и все. И жирный меня не шотнет от лепешки этой. Не знаю, этот петуч просто целенаправленно бежит и хуярит моего Элема. Ну все, поебать. А еще у меня спавнится две типа сферки иногда в одном месте, в одном фрейме. Я забегаю забрать одну, забирается две, и у меня потом следующее просто нет. Ну, я тебе про это говорил, что там очень сложно, если там что-нибудь прикол начинается. Рандом получается какой-то. На паладине вообще классно, хоть можно без сферок под 50-50 закрыть. А я просто в татак, буря, кровожадность и вокруг него хожу.